Дождались. Начались ремонтные работы 400-квартирного жилого дома. Здесь в течение лета планируют заменить кровлю. Ни для кого не секрет, что состояние многоквартирных домов, объектов культурного наследия – один из самых проблемных вопросов. Вопрос начинается от стыковки законодательства, закона об объектах культурного наследия и жилищного кодекса, который предусматривает в отношении таких объектов лишь два вида работ – капитальный ремонт и текущий ремонт, и 73-й федерального закона, который предусматривает, что на объектах культурного наследия могут проводиться лишь работы по сохранению, заканчивая самим порядком финансирования этих работ и способом их проведения. Объем работы на 400-квартирном доме предстоит внушительный, впрочем, как и объем затрат. На капремонт крыши предусмотрено более 20 миллионов рублей. Такие дома делаются по отдельной смете, по отдельному проекту, проходят культурную экспертизу, историческую культурную. Данный дом 20-х годов постройки. Здесь сложность в том, что необходимо сохранить все элементы крыши в том состоянии, в котором они задумывались первоначально. И самый главный цвет и конструктив, поэтому здесь требуются специальные организации, которые конкурс выигрывают, те, которые имеют специальную лицензию. Работы здесь начались еще в марте. Завершить их планируется к осени. На данный момент 50% работ выполнено. Сделаем все как положено, как предусмотрено проектом. Ну, стаж работы у нас около 20 лет. Мастера у нас высокого. Стаж очень большой. Ну, работаем качественно. Ремонта жилые памятники архитектуры в Иванове ждали давно. Первые шаги к их спасению были сделаны в 2017 году. Началась работа по созданию проектной документации, оформлению разрешений на уже согласованные работы. За ходом и сроками выполнения работ на объектах культурного наследия пристально следят, чтобы все было сделано в соответствии с документами и строительными нормами. Памятник культурного наследия федерального значения, он, то есть, довольно-таки сложный в конфигурации, состоит из 4 зданий литеров. Литер А, литер Б, литер В, литер Г. Вот, на данном доме будет устроена фальцевая крыша, будут такие довольно-таки красивые конфигурации колпаки над дымоходами. Вот. И в соответствии с тем, что это памятник культурный, выполнены в таком же ракурсе водосточная система. В фонде капитального ремонта осознают всю степень ответственности в отношении объектов культурного наследия. За предыдущие годы принято решение в отношении 8 подобных домов. 6 готовы, 2 пока в работе. Плюсом документация по 6 объектам культурного наследия находится на экспертизе. И уже в этом году будет объявлена конкурсная процедура по поиску подрядчика. 400-квартирным домом дело в этом году не ограничится. Работы также запланированы на Калинина 17 и в жилом 102-квартирном доме на проспекте Ленина 23. А уже в будущем году отремонтируют дом Подковы. Работы коснутся фасада здания. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.